К началу 1880-х годов Иван Иванович Шишкин стал одной из самых значимых творческих личностей русской пейзажной живописи. Его картины ежегодно демонстрировались на выставках товарищества передвижных художественных выставок, обретали свое место в крупнейших коллекциях собирателей русского изобразительного искусства. Основным покупателем произведений мастера оставался Третьяков. Если картина Шишкина не попадала в его собрание сразу с очередной передвижной выставки, то в дальнейшем Третьяков старался приобрести упущенные наиболее значимые произведения пейзажиста. В картине «Дебри» проявляются лучшие художественные качества живописца. С неподражаемым мастерством он передает живую осязаемость смолистых шершавых стволов ели, хрупкую ломкость слона покрытых сединой умирающих ветвей. С фактурным разнообразием изображает укрытую мхами землю и камни. Добротная, выразительная живопись позволяет ощутить буйную силу природы. Художник пользуется бесконечным количеством приемов письма. Его кисть то кладет широкие свободные мазки, передавая спутанную густую хвою деревьев, то, кажется, бежит по стволу, оставляя узкий вертикальный след, создающий впечатление трещин на коре, то вертикальными ударами на переднем плане картины воспроизводит разнообразные мхи, покрывающие землю и камни. Черенком кисти художник прочерчивает по непросохшей краске тонкие изломанные линии, изображая сухие травинки. Живописная маэстрия проявляется у Шишкина не ради нее самой, а для выражения бесконечного богатства лесного царства, столь им любимого. Как во многих других картинах, в пейзаже «Дебри» художник создает чувственное соприкосновение зрителя с миром природы, благодаря чему общение с этим произведением доставляет истинную радость.